И мы даже забыли, что такой сегодняшний вечер был бы невозможен. Нельзя было себе представить, чтобы... Все пожалеют. Мы принимаем сегодня выпускных всех, кто мог здесь у нас в гостях. Сегодняшний вечер будет... Я не думаю, что они назад будут нас возвращать. Туда не надо возвращаться, а вот реформы помягче, я думаю, он будет проводить. А мы же в этой стране, все. Это же наша страна. И мы тут бывают личные вопросы, типа подписать книгу. Я не думаю, что мы вернемся в доперестроечное время и уж тем более к сталинщине. Я могу... твердой убежденностью вам сказать, что эти коммунисты остались коммунистами. Остались коммунистами-ленинцами. Верными самому главному ленинскому завету. Диалектически смотреть на происходящее. То есть любая партия, если она себя уважает, должна действовать применительно к тем условиям, которые есть. А образца конца 70-х? Мы сейчас должны избежать гражданской войны, гражданского противостояния. В стране, начиненной ракетными зарядами, атомными электростанциями, сложнейшими газопроводами, нефтепроводами, химическими предприятиями и так далее. Невозможно, недопустимо разжигать гражданскую войну. Она может привести к гибели общества.